Приєднуємо до нашої розмови нашого наступного гостя. Це Анна Нестайт. Вона з нами на прямому зв'язку, юридичний директор фонду Клуні «За справедливість». Доброго дня. Вітаємо, пані Анно. Доброго дня. Ну, от хочемо якраз поговорити з вами, де межа оцих воєнних злочинів, якими не перестає, в поганому розумінні цього слова, дивувати Російська Федерація, військова верхівка. Спасибо. Я сразу извинюсь, что я буду говорить по-русски, к сожалению. Я понимаю по-украински, но говорю очень плохо, поэтому либо по-английски, либо по-русски, но мы договорились на русский. Действительно, сейчас, как вы знаете, наверное, последние данные от украинской прокуратуры стоят в том, что открыто чуть ли не 65 тысяч уголовных дел. Это, конечно, колоссальная цифра. Не очень понятно, как и в какое время смогут украинская полиция и прокуратура со всеми этими делами справиться. Справиться и, в конце концов, суды. Но, тем не менее, само по себе это очень символично. И я, если я правильно понимаю, теория состоит в том, чтобы не оставить ни одной из совершенных преступлений, по крайней мере, не зарегистрированным, если не наказанным. С другой стороны, идет, как вы знаете, расследование Международного уголовного суда. Тут я не могу сказать, не было официальных заявлений о том, какие, в конце концов, дела, какие эпизоды взял Международный уголовный суд. Важно понимать, что Международный уголовный суд будет заниматься самыми высшими чинами, да, то есть президентом, министром обороны и так далее. В конце концов, они смогут привлечь к ответственности, ну, не знаю, дюжину подозреваемых. Они не будут заниматься командирами нижнего и даже среднего звена. Наконец, те процессы, в которые наибольшим образом вовлечены мы в Clooney Foundation, это процессы по так называемой универсальной юрисдикции. Это ситуация, когда суды в разных других странах, в Европе и не только в Европе, могут открывать дела по преступлениям, совершенным в Украине. Тут, что касается статистики, я не смогу вам сказать многого, потому что ее не так много, но, по крайней мере, мы знаем, что Германия открыла так называемое структурное расследование, то есть они опрашивают всех тех украинцев, которые приезжают в Германию, кто хочет дать показания, открывают дела по и включают, скажем так, эту информацию в свое общее структурное расследование. Франция открыла пока что 7 дел. Все они касаются тех, у кого, тех жертв, потерпевших, у которых есть французское гражданство. Наряду с украинским или просто французское гражданство. Что не очень обнадеживает, но по идее к этим эпизодам потом можно будет добавить и украинских пострадавших тоже. И так далее. Польша открыла дело по агрессии. Пока что 13 стран, насколько мне известно, открыли такие дела. И мы активно работаем над тем. И я надеюсь, что если мы встретимся с вами месяца через 2-3, я смогу вам сказать о конкретных еще делах, которые мы, собственно, приносим в прокуратуры разных стран в Европе для того, чтобы они были открыты, но уже конкретно с указанием конкретных подозреваемых, а также их командиров. Анна, есть кейс MH17, и мы понимаем, видя эту ситуацию, да, сколько лет это заняло для того, чтобы вынести приговоры. Мы понимаем, что это будет процесс, может быть, даже еще длиннее. Где-то так это и будет? Знаете, ну я пока что тешу себя надеждой, что все-таки это будет не так долго. Конечно, это очень зависит. Ну, во-первых, совершенно другая политическая ситуация. Я очень-очень рассчитываю на то, что, по крайней мере, до сих пор все наши встречи с прокурорами, да и, скажем, с министрами, там, с министерствами юстиции и внутренних дел, которые в этих процессах участвуют, свидетельствуют о том, что есть большое желание ввязаться в то, что называется lawfare, да, как warfare, да, то есть юридическую борьбу с Россией, а не только борьбу на поле боя. И я надеюсь, что политическая воля в таких делах имеет колоссальное значение. И то, что, например, уголовный суд открыл это дело буквально в первые же дни войны, ну, по крайней мере, этой фазы войны, скажем так, это, конечно, важно. Я думаю, что эти дела, конечно, займут годы, но я все-таки надеюсь, что не так это будет долго, как MH17. И главное, сейчас, чтобы их было много и чтобы они были повсюду. Потому что отчасти, мне кажется, важно не только тот момент, когда конкретный подозреваемый, наконец, появится в суде, мы понимаем, да, что это может произойти, а может быть и нет. Но важно, чтобы прокуроры начали выдавать ордеры на арест.
На основании открытых дел они могут начать выдавать ордеры на арест, которые становятся международными. И это означает, что в следующий раз, когда российский командир среднего звена, ни о чем не подозревающий, отправится на отдых, скажем, в Турцию, он может быть легко задержан и передан властям той страны, в которой дело открыто. А если такого дела нет, то он благополучно с этого отпуска вернется обратно и продолжит свое беспечное существование. Поэтому сейчас, мне кажется, важно как бы не столько смотреть на конечную фазу этих дел, да, а на фазу именно первоначальную, которая, во-первых, посылает важный сигнал всем тем, кто продолжает воевать и продолжает совершать преступления, но и создает определенную базу для того, чтобы начинать ловить тех, кто покинет территорию Российской Федерации, потому что они продолжают ее покидать, они не все сидят по домам. Ну, то, до речі, саме для цього і санкції запроваджують багато країн проти російських чиновників, громадян, бізнесменів, вищої еліти, для того, аби не могли вони залишити країну. Але от з власного досвіду, пані Анно, ми знаємо, що ви ж мали досвід роботи з юридичної експертизи в гарячих точках, там, де були бойові дії. От скажіть, будь ласка, звинувачення до кого найчастіше або найпростіше можна застосувати? От звинувачення в війні проти України, яку розпочала Російська Федерація. Ми кого будемо звинувачувати? Путіна? Будемо звинувачувати країну і Шойгу? Чи того танкіста, який приїхав на нашу територію і стріляв з цього танку? Розумієте, про що я? Тобто, на кого звинувачення? Фактично, хтось міг бути головним та, в цьому дивізіоні, але не віддавати певні накази. Як тут правильно чинити і хто це буде визначати? Я постараюсь коротко ответить, хотя это очень важный и большой вопрос. В принципе, это зависит от категории дел. Если, скажем, завтра все-таки произойдет то, чего добивается Украина, и то, о чем сейчас заявил Евросоюз, а именно будет создан трибунал по преступлению агрессии, то по этому делу совершенно очевидно будут проходить высшие чины. То есть это Путин, Шойгу, сейчас, наверное, Суровикин, ну, все те, кто высшее командование, да, военное и гражданское Российской Федерации, которое принимало участие в принятии решения о вторжении в Украину. Если мы говорим о Международном уголовном суде, я думаю, что поскольку они тоже на сегодняшний момент единственный орган, который сможет преодолеть дипломатический иммунитет, я надеюсь, что они тоже постараются довести дела до высших категорий. С другой стороны, дела по, скажем, универсальной юрисдикции, которые мы подготавливаем сейчас, они, опять же, немножко в зависимости от категории дел, включают в себя, как правило, все ступени. Да, то есть если мы ведем дело, скажем, об изнасиловании, то это будут солдаты, непосредственно принимавшие участие в изнасиловании, это будет их непосредственный командир, как правило, очень низкого ранга. Но далее мы пытаемся довести это дело, по крайней мере, до командования той части, которая контролировала этот район, ну, скажем, вокруг Киева, да, потому что иначе это все, ну, понятно, что не имеет смысла заниматься только солдатами. Для этого есть такой очень удобный юридический принцип командной ответственности, который говорит о том, что даже если командиры непосредственно не отдавали приказов об этих изнасилованиях, что, скорее всего, они не отдавали, но в той мере, в которой они знали, должны были знать или должны были знать и не предотвратили, не приняли никаких мер, они будут нести командную ответственность. С другой стороны, скажем, по таким делам, как обстрелы, да, неизбирательные обстрелы гражданских объектов, как правило, мы пытаемся довести эту ступень ответственности достаточно высоко, то есть мы не останавливаемся на командирах подводных лодок или пилотов, да, понятно, что не они такие приказы, не они такие решения принимают. Такие решения принимаются на значительно более высоком уровне, и, соответственно, таких подозреваемых мы включаем в дела. Ви вже згадали, в яких країнах вже збирають певні докази проти російських військових, які вчиняють ці дії. От зараз ми знаємо, що перша леді України Олена Зеленська, вона анонсувала, ну, таке бажання, та, щоб цей трибунал проти російських військових був створений і аби його вела, наприклад, Велика Британія. Ви можете визначити, в якій країні краще би було розгляд цих справ? Або який орган може краще з цим впоратися? Чи це не важливо? Ви маєте в виду трибунал по агресії? Так. Да, потому что сейчас есть отдельные дела, да, которые не имеют отношения к агрессии в других странах.
Может быть, я скажу просто в одной строчке, почему нужен отдельный трибунал по агрессии, да? Потому что, по сути, ни одна другая страна не сможет преодолеть дипломатический иммунитет высших чиновников. Да? То есть Польша может открыть дело по агрессии, но реально привлечь к ответственности чиновников они не смогут. И это имеет отношение к ответу на следующий ваш вопрос. Если такой трибунал будет создан Евросоюзом, о чем сейчас идет речь, то ему необходима будет санкция Генеральной Ассамблеи ООН. Именно для того, чтобы преодолеть дипломатический иммунитет. Я надеюсь, что такая санкция будет получена. Я очень надеюсь, что Генеральная Ассамблея такое решение примет. И тогда, в принципе, в какой стране он будет создан, мне сложно сказать. Ну, наверное, Гаага является тем местом, в котором это может произойти. Хотя, в принципе, это не важно. Не знаю, были случаи исторические, когда такие... как бы ad hoc, что называется, трибуналы, да, которые не постоянные трибуналы, создавались в самой стране, где совершались преступления. Поэтому были разговоры о том, что такой трибунал, поддерживаемый международным сообществом, будет создан в Украине. Но понятно, что это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с точки зрения безопасности и вообще возможности, да, наличия электричества, света и всего прочего, что необходимо для его функционирования. Разумела. Анна, дякуємо вам, спасибо, що знайшли час з нами поспілкуватися. З нами на прямому зв'язку була Анна Нестет, юридичний директор фонду Клуні за справедливість.